это Горбачев. Горбачев? Это из-за него у нас в экономике бардак. Да благодаря ему у нас новые возможности. Это из-за него у нас политическая нестабильность. Да благодаря ему у нас свобода. Полный хаос. Перспективы. Политическая нестабильность. Да благодаря ему у нас есть Пицца Хат. За Горбачева! За Горбачева! За Горбачева! За Горбачева! Иногда ничто так не объединяет людей, как хорошая горячая пицца из Пиццы Хат. Пицца Хат, хорошие друзья, хорошая пицца. Да, перестройка. Neue Bahnhöfe. Результат перестройки. Neue Züge. Neue Hochleistungsstrecken. Перестройка. Ну что же, это уже не только перестройка, но и гласность. Man fährt wieder Bahn. Мне особенно приятно выполнить поручение генерального секретаря ЦК КПСС, председателя Президиума Верховного Совета СССР, товарища Леонида Ильича Брежнева, и передать всем вам, жителям Краевого центра, всем трудящимся Ставрополья, его горячие поздравления с наградой, пожелания благополучия и счастья, новых успехов в осуществлении планов партии, дальнейшего рассвета города Ставрополя. Рабочую славу города творят токари Егор Андреевич Несинов и Виктор Петрович Ливеренко, слесарь-инструментальщик Николай Иванович Бавин, бригадир каменщиков Николай Евстафьевич Козлов, швеи-мотористки Зинаида Никитична Чуносова, Зинаида Васильевна Лялекова и тысячи других настоящих гвардейцев пятилетки. Орден Октябрьской революции достойно венчает славные вершения рабочего класса, творческий труд ученых-инженеров, деятелей искусства, врачей-педагогов, всех, кто плодотворно трудится на поприще коммунистического строительства. А мы ввели санкции против русских. Зачем? Чтобы им было плохо. А мы что, русские? Это Путин. Путин. Это из-за него цены на газ растут. Благодаря ему у нас новые возможности. Это он уволил нашего Шольца. Он уничтожил Америку. Да благодаря ему у нас свобода. Я уже полгода не могу помыться. Зато мы больше никому не поставляем оружие. Европа унижена. Перспективы. Благодаря ему у нас есть квас и блины. Благодаря ему у нас есть погребок. За Путина! За Путина! Иногда ничто так не объединяет людей, как горячие сытные блинчики из погребка.